Волчица Виспер. Это персонаж, который появился в серии комиксов про синего ежа Соника от издательства IDV. Конкретно она появилась в выпуске Sonic the Hedgehog номер 8, что в переводе означает «Соник ежик, вопрос номер 8», который на минуточку вышел в августе 2018 года и продавался по цене $3.99, грубо говоря, 4. Да, по нынешнему курсу это 291 рубль, не так дорого. Это скорее дешево, но не настолько. В играх про синего ежа она тоже присутствует, но только в мобильных. Это Sonic Forces Speed Battle и Sonic Dash. По поводу Forces не знаю, но вот в Dash она появилась не так давно. Про нее в игре ничего не могу сказать, потому что в саму игру я не играл. Да и вообще, мобильный гейминг — это полная параша в данный момент. А кто с этим не согласен, тому... Просто плевок. Ладно, вернемся к персонажу самому. Как я уже сказал выше, Виспер является антропоморфной волчицей. Ей 16 лет, а по знаку зодиака она лев. Конкретно как создавали персонажа, говорить не буду. Скажу лишь то, что создателем персонажа является Иэн Флинн. Вот такие вот дела. В качестве бонуса покажу вот этот вот концепт из Форсеса, и если не ошибаюсь, именно с него все началось. Ладно, переходим к истории Виспер. Как гласит один источник, на который я оставлю ссылку в описании, во время войны с доктором Эгманом Виспер озлобилась на злого врача. Она тогда сражалась с его силами, спасая многих солдат сопротивления, в том числе и ежа Сильвера. Это принесло ей хорошую репутацию, которая носит название «Легендарный ангел-хранитель». Однако к самому сопротивлению она не присоединилась, так как предпочитает работать в одиночку. Через месяц после окончания войны Виспер решила проникнуть на одну из баз Эггмана. Там она тайно помогла Сонику, Ёжику и Сильверу пройти через защиту базы. Она начала вскоре пытаться открыть дверь, ведущую в компьютерную комнату объекта, когда ее нашли Соник и Сильвер. Не желая показываться, Виспер пряталась от них. Однако, после того, как ее виспы открыто приветствовали Соника, спасителя их планеты, Виспер перестала скрываться и официально уже представилась. Вместе триггеруя, ворвались в компьютерный зал и сражались с ордой бадников Эггмана. Виспер выстрелила в Е107Z несколько раз, но и то это не помогло. Но, к счастью, Сильвер и ее виспы защитили ее, и Соник победил Зетту. После всего этого Виспер начала доверять Сонику и Сильверу намного больше. Она сердито обратила внимание на главный компьютер Эггмана. Соник быстро помешал ей уничтожить его, поскольку самому ему и Сильверу нужно было найти информацию от него. Looks like there was a major update across the Eggnet. It's almost like Neo Metal Sonic isn't hiding what he's doing anymore. Oh crap! We need to call Knuckles! Now! И опять же, эта история взята была из того самого комикса, который я упомянул в начале. Надеюсь, вам было интересно. Переходим к характеру персонажа. Виспер довольно мягкий человек. Она говорит в очень малом объеме и произносит не более одного слова за раз. Застенчивая, но очень спокойная и любит держаться за себя. Когда она с кем-то борется, она очень сосредоточена и решительна. И предпочитает не позволять своим эмоциям выходить за рамки мыслей. Но тем не менее, она все-таки показала намеки на более высокий темперамент под ее спокойной маской, которую она носит. А именно, столкнувшись с чем-то связанным с доктором Эггманом. Она хоть и работает в одиночку, но может и открыться для других, если они с ней добры. Особая причуда в этом персонаже заключается в том, что она почти не открывает глаза, только открывая их, когда она очень злится. Смущается, когда видит Блейз. Интересно, почему так? Ну, это в принципе все, что я хотел рассказать про персонажа. Больше про него толком ничего нет. Максимально кратко я постарался рассказать об этом персонаже. Что-то сам говорил, что-то и читал. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписываться на канал и группу ВКонтакте. Ссылка тоже будет в описании. Все. Всем удачи. Всем пока. Спасибо за внимание. Берегите себя. We'll be right back.